Привет, друг, давай играть. Полетел веселый жук. Ж. Закряхтел наш Мишка вдруг. К. Волк сердито заворчал. Ну. Молоточек застучал. Т. Лягушонок прискакал. Л. И тигренок зарычал. Р. Зашумел в воде камыш. Ш. Запыхтела в доме мышь. Воробей пшена поел. В. Барабан затарахтел. Б. Дятел в гости прилетел. Д. Слоник хоботом вертел. С. Гуси дружно все гогочут. Г. Вот закрылась снова дверь. М. Повторять, но все не лень. Молодцы, отлично справились с заданием. Но это не все звуки, которые мы с тобой знаем, поэтому продолжаем. Что это? Арбуз. Арбуз. А. Арбуз. Облако. Облако. О. О. Облако. У. Улитка. У. Улитка. Эскимо. 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 Енот. 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 Ёжик. 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 Индюк. Индюк. И. Индюк. Штаны. И. Штаны. Яблоко. Яблоко. Я. Яблоко. Юла. Юла. Ю. Юла. А теперь давай поиграем с нашими звуками. Посмотри, какой красивый домик. Интересно, кто же в нем живет? Давай постучимся. Ой, кто это? Сова. И сова по секрету мне рассказала, что в этом домке есть волшебный сундук. Ой. Правда, сундук. И что же хранится в этом сундуке? А в этом сундуке находится самый первый звук, который мы слышим в слове «сова». А какой он? Какой самый первый звук в слове «сова»? Ой, давай проверим. Открываем сундук. «С» – «сова». Молодец! Ой, еще один домик. Интересно, а в нем кто живет? Стучимся? Ой, ты знаешь, кто это? Я тебе могу подсказать. Это ягуар. Представляешь? Ягуар. И у него есть волшебный сундучок. Только вот интересно, а какой там звук спрятан? Ягуар. Проверяем? Я.
Ягуар. Умничка. Ой, еще один домик. Кто это? Панда. Панда. Ой, а какой звук в ее сундучке? Проверяем, открываем. П. Панда. П. Панда. Ой, следующий домик. Бабочка. Бабочка. А какой звук в ее сундучке? Проверяем. Б. Бабочка. Продолжаем. Кто же в этом домике живет? Ой, кто это? Волк. Волк. Какой звук в сундучке? В. Волк. Ой, кто это? Жираф. Какой звук в сундучке? Ж. Жираф. Молодец. Продолжаем. Кто это? Гусь. Гусь. Какой звук спрятан в сундучке? Г. Г. Гусь. Ой, еще один домик. Кто это? Дятел. Дятел. Какой звук дятел спрятал в сундучок? Д. 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 Дятел. Еще один домик. Как их много. Ну, давай постучимся. Ой-ой-ой. Кто это? Медведь. Где живет медведь? Правильно. Какой звук он спрятал в сундучок? М-м-медведь. Молодец. Еще один домик. Кто это? Рыба. Рыба. Ух ты, какой первый звук интересный. Как мы его называем? Р-р-рыба. Следующий домик. Кто это? Ослик. Ослик. Какой звук спрятал ослик в свой сундучок? О. Ослик. Ой, а в этом домике кто живет? Не открывают? Давай еще постучим. Ой, какой большой носорог. Какой звук носорог спрятал в свой сундучок? Открываем, проверяем. Н. Н. Носорог. Ой, как много домиков. Интересно, кто же здесь живет? Ой, посмотри, кто это? Кот. Котик. Кот. Какой звук спрятал кот в сундук? Открываем, проверяем. К. 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 Кот. Звук К. Самый первый слово кот. Ой, еще один домик. Кто это? Лиса. Лиса. Ой, и у нее есть сундучок. Давай проверим, какой самый первый звук в слове лиса. Л, 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 лиса. Молодец. Следующий домик стучим. О, кто это? Улитка. Улитка. Какой самый первый звук спрятала улитка? Открываем сундучок и проверяем. У. Улитка. О, еще один домик. Стучим. Ёжик. Ёжик. Какой звук спрятал ёжик? Очень интересно. Ёжик. Ё. Ёжик. Следующий домик. Постучим. Кто это? Енот.
Енот. Какой самый первый звук в слове енот? Проверяем. Енот. Молодец. Продолжаем. Ой-ой-ой. Ты знаешь, кто это? Индюк. Ой, индюк тоже спрятал первый звук, сундучок. Интересно, какой он? Индюк. Открываем, проверяем. Индюк. Молодец, ты отлично справился с заданием.